Всем привет, дамы и господа. Сегодня будем сбрасывать привязку к Google аккаунту на смартфоне ZTE. Это у нас ZTE Blade A510 моделька. Но произошло с ним следующее. Как часто бывает, да, что-то заглючило, что-то пошло не так с телефоном. Просто владелец телефона взял и сделал сброс к заводским настройкам. Естественно, после сброса к заводским настройкам происходит следующая вещь. Телефон требует, нужно войти в тот же самый Google аккаунт, который был здесь ранее. Ну и как часто бывает, естественно, никто не помнит, какой был Google аккаунт, то есть какой был e-mail создан, когда этот телефон купили. Вполне возможно, я допускаю такую мысль, что в магазине при покупке консультант-продавец просто вбил от балды какой-то аккаунт новый создал. И даже если сообщил владельцу логин и пароль, соответственно, владелец этого не помнит. То есть, чтобы мы не писали сюда, все. Возможности создать новый аккаунт просто нет. Можно только войти в старый. Перепробовали все варианты, какие помнили, но ничего не происходит. То есть, по сути, кирпич. Даже если телефон перепрошит с компьютера, все равно при первом же включении будет такая вот надпись. Подтверждение аккаунта. И все. Пока не войдешь в тот же аккаунт, который был, телефоном пользоваться нельзя. Соответственно, сейчас я покажу, каким образом можно отвязать данный аппарат от Google аккаунта, который здесь был ранее. Я нашел пару способов. Опять же, эти способы подойдут только конкретно к этой модели. То, что я покажу, это конкретно ZTE Blade A510. Если у вас другой аппарат и такая же проблема, ищите информацию где-нибудь еще. Чтобы отвязать данный телефон от Google аккаунта, который здесь был ранее, нам понадобится кабель USB, соответственно, подключенный к компьютеру. На компьютере нужно будет установить заранее драйвера для этого аппарата. И оставлю ссылки, где можно будет скачать эту инструкцию и файлик, соответственно, который необходим для того, чтобы сбросить. В общем, дальше буду все показывать на экране компьютера. Сначала ставим драйвера. Ну, собственно говоря, сейчас вы видите саму инструкцию. Все просто. Так, драйвера установили. Запускаем прошивальщик. Флэш-тул. Выбираем скаттер файл. Переходим во вкладку «Формат». Ставим галочку. Теперь выбираем регион. В первом вот это вот значение вставляем. Во второй строчке вот это вот значение. Нажимаем старт, подключаем выключенный смартфон кабелем к компьютеру. Так, смартфон выключен, кабель к компьютеру подключен. Втыкаем. Windows обнаружил устройство.
Все. Окей. Включаем смартфон. Запускаем, проверяем. Ну и по новой настраиваем, сейчас проверим, попросит он войти в Google аккаунт или нет. Ни Wi-Fi, ничего. Не подсоединяем. Сим-карта не вставлена. И теперь самое главное, смотрите. Появилась кнопочка «Создать аккаунт». То есть мы можем создать новый аккаунт. Пропустить. Смартфон полностью сброшен. То есть Google аккаунт я сбросил. То, что и требовалось. Теперь можно создать новый аккаунт. И все дела. Все работает. Такой вот несложный способ оказался для этой модельки. Ссылки на инструкцию будут под видео. Так что, дамы и господа, не забываем, прежде чем телефон сбросить к заводским настройкам, нужно обязательно зайти в настройки, аккаунты, зайти в ваш Google аккаунт, сверху нажать три точки и нажать удалить аккаунт. Только после этого можно смартфон будет сбросить к заводским настройкам, и при следующем включении он у вас не потребует войти в тот же аккаунт, который был. И можно будет создать новый аккаунт. Такие вот дела, дамы и господа. Всем пока. И до новых встреч.